Сегодня 8 августа, погода отвратительная, идет дождь. Решил зайти в теплицу, поднять себе настроение, полюбоваться красками разными на томатах. Благо они у меня каких только цветов здесь не посажены. И сине-красные, аметистовая драгоценность. И темные, темно-бордовый такой красивый томат. Правда, это пересорт. Пришел нечаянно. Ничего, все равно вкусный, красивый. И оранжевые. Каких только здесь нет красок. И полосочки. Бордовые томатики с зелеными полосками, зелеными плечиками. И биколорчики. Желто-оранжево-полосатенькие такие. Красота же. Вот, треснул томатик. Пора снимать. Вздыхается. Потому что осень, осень. Скоро со всей этой красотищей придется расстаться. Так, там сержант Пепперс. Такие синие помидорки. Красивые. Вот какие. Низ у них красненький. Вверх темно-темно-синий. Пепперса порядочно на кустиках. Сегодня все почти обрезала. Все почти листики. Так вот на гномах остались. Потому что они были последними посажены. На них еще есть. И разная форма, и круглые, и сердечками. Каких только нет томатиков здесь у меня в этой теплице. Вот этот сорт фиолетовая клубника. Правда, он такой на фиолетовый не похож. Такой больше темно какой-то бордовый в коричневый оттенок. Полосатенький томат. Вкусный очень, очень вкусный. И коричневые томаты здесь есть. Это кумата. Вот. И ярко-желтые. Каких только здесь красок нет. Мне кажется, что я любуюсь томатами куда с большим удовольствием даже, чем цветами. Кому что нравится. Я люблю томаты.